Поддержание мира и стабильности в стране и области – важная задача. Сложившаяся на данный момент ситуация не может не вызывать беспокойства. Если негативный сценарий продолжит развиваться, это может обернуться более серьезными последствиями. Таково мнение экспертов. Дальнейшая дестабилизация недопустима. Народу необходимо сплотиться. Жамбулцы, небезразличные к будущему страны и народа, призвали не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие. Спокойствие в стране и ее независимость – вот что важно для меня. Если возникнет дестабилизация, тогда всего этого не будет. Вероятно, есть те, кто добивается, чтобы спокойствие пошатнулось. И мы должны помнить, каким путем мы прошли, чтобы добиться независимости. Поэтому нужно сохранить единство в стране. Митинги должны проходить мирно. Нарушения порядка и дисциплины недопустимы. Я верю в президента и считаю, что проблема решится. Достигнув за годы независимости многого, нужно сохранить то, что мы имеем. Я всегда с народом. И не зря ведь говорится, что спокойствие и единство – залог успеха. Поэтому я призываю людей сохранять спокойствие. За день вопрос не решить, но меры приняты. Как вы знаете, правительство подало в отставку. Я надеюсь, что президент примет верное решение. И ситуация стабилизируется.